Ну что, поскольку у меня тут намечается самая настоящая ферма, вот я уже поставил сундук, верстак. Давай мы здесь поставим свет. Ну, вот сюда. А чё? Вот. Ну тут и так не темно. Вот сюда еще можно поставить свет. Да. Дай пониже его немножко. Ой. Ой, ой. Землю, землю, землю. А пониже вот сюда сделаем свет. Ну вот, и здесь, смотри. Я бы еще, конечно, немножко подрасширил, чтобы у нас тут было просто уже уютное местечко, по крайней мере, с забором таким вот. Так, этот отлетел там кусок. Так, соберем. Так, заходим. Ну вот, по крайней мере, вот так. По крайней мере, просто вот такой парапет достаточно. Ну и здесь, чтобы от верстака все-таки еще был немножко отступ какой-то. Может, так, кстати, тут еще печку поставлю. Так, сюда он не хочет. Ага. Ну вот, вообще зашибись. Ну еще, конечно, один слой уже для заборчика. А там дальше посмотрим, как пойдет. Уй. Не разбился, смотри-ка. Ну что ты? Давай. Вот так. Вот, все. Еще и с заборчиком. Все вообще очень по-мажорски. А сюда мы можем печку сделать. Давай сразу сделаем печку, чтобы уж у нас просто было тут все зашибись. А, кстати, в печи хочу вас обрадовать. Мы, собственно говоря, сможем эти делать. Подожди. Железо, железо, железо. Железо. Секунду. Берем слегка немножечко руды. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, десяток. Десяток руды. И просто надо кирок наплавить. Так. Бревно для топлива, правильно, и руду, еще вот так, 5 руд. Ну вот, сейчас оно будет плавиться, смотри, да, по порядочку. Очень хорошо, чем мне нравится, пусть все плавится. Так, 2 штуки, 3 штуки. Ну, хорошо.